Следующий танец посвящен Сиву, Шивы и Парвати. Это Ганеша, божество с головой слона, бог мудрости и успеха. Ганеша изображается четырьмя руками. В одной из них он держит топор, отсекающий мирские привязанности. В другой руке лотос, символ чистоты. Кроме того, Ганеша держит блюдо со сладкими шариками Модака, который очень любит. В Индии у этого бога очень много почитателей, считается...